Филигранная и ювелирная работа – их конек. Они могут поднять настроение и сделать из любого человека кинозвезду. Парикмахерскому искусству Екатерина Севастьянова обучается уже 4 года. От клиентов, признается, нет отбоя. В течение нескольких дней парикмахеры делали мужские, женские стрижки, прически и окрашивали волосы. Моя профессия связана с творчеством, поэтому она меня привлекла. Мне нравится делать людей красивее, вот, и я всячески стараюсь сделать их более привлекательными, так как внешний вид человека для него самого очень много значит. На разных площадках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia одновременно соревнуются представители 12 профессий. Не менее ювелирной считается и работа сварщика. Это ремесло выбрал Александр Филиппов из Сызрани. Используя различные виды сварки, ему и его соперникам предстояло из кусков железа и алюминия сделать детали, которые впоследствии пригодятся на предприятиях разного профиля. Сварка – это интересная вещь. Она везде в жизни пригодится. В доме, на работе. И само по себе интересная профессия. Умением работать не только головой, но и руками могут похвастаться 70 участников регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia. Основная его цель – популяризация рабочих профессий, а также повышение профподготовки и квалификации специалистов по всему миру. Итоги регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia подведут 9 апреля. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События.